Всем привет, с вами Диман Круассан, и сегодня реально арабский метод вытаскивания авто. Все, как и делают прямо арабы. Мешок, веревка и мотаем на колесо. Погнали. Итак, нам понадобится мешок, веревка и лопата. Первым делом нужно выкопать яму. Пойдемте копать. В прошлом видео было много претензий, то что арабы вытаскивают себя без лебедки. Мы их прочли и учли. Как видите, сейчас будем вытаскиваться без лебедки, будем наматывать веревку на колесо. Так делают арабы. Теперь нам нужен мешок. Мешок желательно завязать. Этим можно заниматься в промежутке, чтобы, так сказать, выместить свой негатив. Теперь нужно аккуратненько положить этого малыша в яму. Не понимаю, он бесит. Сейчас не обсыпай мне яму. Блядь! Я вам ног нагрузил. У арабов что-то проще все было. Ладно. Блин, веревка перевернулась. Не копай там, не копайте, говорю, не копай, уйди, вот закопай, молодец, вполне, по-моему, надежно. Так, теперь нам нужна длинная веревка. Вот так делают арабы. Я сам видел. Мне один араб говорил, что он так делал. У нас тут в Сорму живет один араб. Говорил или видел? Видел, и он мне потом сказал. Я все увидел, а он потом мне рассказал. Все. Пробуем. Быстрее. Быстрее надо выбираться. Снимай со стороны мешка. Ну что, наш метод не сработал, надо глубже копать. Сейчас переделаем и попробуем еще раз.
Дорожечек, вроде бы прошел. Копаем. Пробуем, надеюсь, сейчас выберемся. Поглубже. Сейчас точно должны выехать. Почти. В общем, метод рабочий. Моя машина просто очень тяжелая. И песок очень сырой. И плюс ставил под горкой. На обычной машине сработало бы намного проще. Всем спасибо, пока!